Приветствую все рыболовное братство. Сегодня я вам покажу стульчик неубиваемый, можно сказать даже вечный. Вот такие раскладные стульчики, ему уже более 50 лет, мой еще отец на нем сидел когда-то. Вот они продавались в рыболовных магазинах, и я считаю, что практически у всех рыболовов с опытом, у них уже такие стульчики где-то лежат. Может быть в гаражах, может быть в подвалах, может быть в кладовках, в сараях. Вот. Эти стульчики сделаны были очень капитально, неубиваемые. То есть все было рассчитано, вот он раскладной такой. Но у них был один минус. Вот это брезентовое сверху покрытие, да, которое с завода было, оно долго не служило. То есть начинало где-то через лет 5 там рваться, выгорать. Ну, короче, и тогда уже этот стульчик приходил в негодность. Рыболовы пытались там какой-то новый брезент нашить, что-то там, ну, как-то его отремонтировать. Вроде как вещь полезная. Вот, она очень полезна на такие короткие вылазки, чтобы с собой там кресло не носить. Вот его сложил, вот в сумочку положил и себе пошел, и сидишь там с комфортом. Я лет 20 назад, вот у меня тоже он был порванный, лежал там в гараже. Вот. И лет 20 назад я решил его отремонтировать. Но я не пошел по тому пути, вот типа взять брезентик обычный. То есть получилось бы, что на лет 5 его хватило, может даже и меньше. У меня такая фигура не маленькая. Вот. Что я сделал? Я взял шланг пожарный. Видите? Два таких кусочка. Если взять его с другой стороны, он цельный. Вот такие две полосы. Они идеально подходят по вот этим расстояниям. И прошил его капитальной ниткой. Сейчас можно, в принципе, какую-то, ну, тут сапожную мастерскую занести. Они там более аккуратно прошьют. Я уже так, как говорится, еще та швея прошил как все. Но за 20 лет ему ничего с ним не случилось. Он такой же и цвет имеет, и капитальный. То есть вот этот стульчик вот, будет служить целую вечность. То есть ничего с ним не случится. Сейчас продают подобные конструкции стульчики в рыболовных магазинах, но они сделаны очень слабенько металла, то есть они там на всем экономят. А вот этот был сделан советские те времена, то есть ничего тут не гнется, ничто не отрывается. Вот видите, сделано, так сказать, в армейском стиле, то есть, ну, капитально. Единственное, ну, повторюсь, вот этот брезент, что сверху, вот они тут на нем и сэкономили. То есть так что, ребята, берите ваши поломанные эти стульчики, делайте как я, и вот эта штука у вас будет служить вашим детям, останется внукам, правнукам, ну я не знаю. То есть полезная штуковина. Вот так она складывается. Ну, в принципе, что я вам рассказываю. Прекрасно все знаете. Вот она складывается. И вот в таком виде она ложится там в пакетик какой-нибудь. И сумочку или рюкзачок, мало места занимает и надежный стульчик. То есть единственное, что вот этот материал, он вроде как бы по идее должен воду отталкивать, но ничего, у него вода типа как бы впитывается, он из льна сделан или что. Но тут я его обжег, вот эти тут такие торчали всякие ниточки. Вот. Вы его просто просушиваете, и так, чтобы он у вас там в пакете, где-то там в гараже или там в машине не загнил. Просушили, и будет он вам служить вечно. Вот так-то. Берите, туристы, рыболовы, охотники, ну, кто любит активный отдых, вот такую штуковину себе сделайте. Раз и на всю жизнь. То есть, вот вы потратите какой-то там денек на это все дело, пока шланг найдете. Ну, шланг, конечно, не бэушный берите, а такой новенький. Сейчас их продают на базарах, где там отрезали.
И вот она тут всего там, не знаю, полметра. Ну, может, метр купите. И все. И будет вам счастье. Все. До новых встреч. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, если был полезен. До свидания.